Но ты исполнил их мечту, Валера, они от тебя без ума. Сказали, что вы все соседки и живете на одной улице. Правильно сказали. Правильно сказали. Как улица называется? Колхозная. Колхозная. Хорошая улица. Но мы к вам приехали тоже не с пустыми руками. Это каравай. Пахнет невероятно просто. Спасибо большое. А это нашему земляку. Он наш земляк. Мы его очень любим. Спасибо большое. А это что? Грибочки, пирог. Ой, с пирогами. Красота. На горе колхоз под горой, совхоз, а мне миленький задавал вопрос. Мужики-то где? Нет у нас их. Вообще ни одного не видел в округе. Нет, мужиков-то у нас. Одни я думал, сейчас появится, может, паренек нет, какой-нибудь. Нет, нет, вообще никаких пареньков у нас нет. То есть у вас в деревне все девчонки? Все да. Девчонки все у нас. Все молодушки. Иванова. У них даже гармониста нет. Ну, гармониста. Да, ждут гармониста. Тебя. Все сами. Там уж заняли, вот. А их всех Татьяны зовут, да? Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой. Служила наша Танечка в столовой заводской. Работа за питание приставлена к борщам. На Танечку внимания никто не обращал. Не может быть! Представь себе! Никто не обращал. Выходил на поля молодой агроном, говорил, что земля вся в наряде цветном. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Хороша и поете, и пляшете от всей души. Спасибо вам, землячки. Спасибо. Вам спасибо. А время старей, как катится, меня за собой ведет. Поемочка, затертая вся допила, так что дышит здесь мясная клееночка. Обеденного стола. Пошел по улице.